Приветствую всех вас, мои дорогие зрители. У микрофона Ромлери, и это прохождение God of War, Ghost of Sparta, Призрак Спарты. И сейчас мы придем в родной для Кратца городок под названием, собственно, как вы догадались, это тот самый родной для Кратца город. Спарта. Спарта. Ух. Все верно, чувак, все верно. Всем приветики. Игра вроде как просит меня идти туда. Пойдемте туда. Сорян. Окей. Идет. Там-там. Там-там. Та-та-та-ра-там. Вы не поверите, но... Надо прокачать проклятие Терра. Прямо здесь, прямо сейчас. Уровень второй, увеличение урона от огня, ускорение восстановления, обжигающее ядро, дополнительный урон при взрыве. Какая радость. Так. Ну и, в принципе, наверное, уже эту способность будем прокачивать. Здравствуйте, этот эпизод сразу стал 18+. Воитель. Меня никто так не оскорблял. Ну не да. Не сомневаюсь. Но красных сфер я больше не получу. Ту-ту. Ту-ту. Стереодудочка. Ладно, шучу. Это реальный инструмент. Что-то знакомое, да, Кратос? Ну прикольно, прикольно, конечно. Жалко, что на портативке в итоге. Представьте, какой город можно было бы сделать действительно большой на PS3 той же. Жалко. Но все равно приятно, что в итоге хотя бы в этой версии игры появилась Спарта, самая настоящая. Yeah.
Даже в загробном мире спартанец готов к бою. Ты же спартанец! Раз! Нет, брат! Не подставляйся под удары, слышишь? Не подставляйся под удары, слышишь? Не подставляйся под удары, слышишь? Спартанского воина не уложить на лопатки! На грани смерти спартанец также готов к бою! Ты же спартанец, разве нет? Да, Кратос. После Великой войны с Титанами Оракул предсказала падение богов-олимпийцев и падение Олимпа. Откровение гласило, что оплот богов победят не титаны, жаждущие мести, но простой смертный, меченый воин. И тот, кто подчинит его себе, будет решать судьбу Олимпа. Икани, Атерно лестниц Парто, Фере и Иван Кали. Сетил, Эйтор. Этера, Инеос эт нем ралис. Кратос! На помощь! Кратос! Прости меня. На помощь! Деос. Кратос! Деос! Где вы? Ну, в общем, вот так вот. На самом деле понятно, что это Афина и Арес. Арес сделал отметину Кратосу. И хотя получается, что он сделал ему отметину на другом глазу, Кратос сделал метку как у брата, получается, да? Ну да, вроде как. Открой ворота! Спасибо, братюнь. Премного благодарен, господа. Сохранялочка даже есть. Ну, она нам не нужна, конечно. Спускаемся, и дальше уже начинается стандартная игра, по большому счету. Вот с этого момента. И будет весело. Сейчас какой-то чувак сбежит, и мы будем за ним бегать, насколько я помню. Люблю эту довольно странную игру. С этим чувачком в догонялке. Ну, сейчас увидите.
Так, да, спасибо за красные сферы. Оп. И у нас все равно их довольно много. Прикольно, прикольно. Ну, сейчас, конечно, их и больше нужно будет. Так, погнали. Вот здесь, видимо, начнется это веселье. Это сейчас была такая пробная, тренировочная. Раскольник. Он здесь называется Раскольник? Прикольно. Да, лорд Арес услышал меня. Зря ты это сказал. Кратос все слышал. Да и какой лорд Арес? Он мертв давно, чувак. Как он мог тебя услышать? Если только Аид ему разрешил. И то не уверен, что его это заботит особо. Что там он тебе сделал? Или не сделал? О, здесь тоже что-то скрыто. Надо же. Кто бы мог подумать, да, сфер становится все больше. Это приятно. Так, здесь тоже что-то, да? Ну вот здесь точно есть. Вот это я уже не знаю, честно говоря. А, ну да, надо все равно подниматься наверх. Ну давайте здоровье возьмем. Лишним не будет. Так. Ну все, я готов к битве. Я вот уже эмоционально готов с Раскольником, так сказать, вступить в поединок заочный. Ё-моё, идите сюда. Просто какой-то этот... дезинфектор. Ну, здравствуйте, подъехали. Всякие твари. Вот так вот. Ой, что-то даже тебе не пришлось особо. Так, ну чё, куда? А, сюда? Окей, окей. Так, маги теперь есть слева и право. Не забыть бы. Ё-моё, чувак. Чудом успел. Пирейский лев. Здорово. Шкура. Ага. Эта магическая способность дает здоровье. Ну. Окей, чувак, я его убил. Что дальше будем делать? Как жить дальше будешь? Блин, а эта штука много сжирает. Я что-то... Чувак, я, конечно, не Иван Грозный, но, блин... Поэтому я не знаю, что ты против Кратоса имеешь. Ты в Спарте живешь. В Спарте вообще нормальных людей тяжело найти, кто бы тебя не хотел это... заставить много чего делать нехорошего. И вообще биться. И о чем я вообще говорю? Мы сейчас льва огромного отхерачили. Вау. Ой, чувак. Чувак, честно, даже не смешно. Иди сюда. Иди сюда, реально. Ты мучаешься. Ты мучаешься со своей херней. Здоров. Я не знаю, я не подхожу, я просто хочу открыть дверь. Я просто иду открыть дверь. Чувак, зачем ты стоишь посередине? Не знаю. Ну, окей.
Ну, хоть с хорошими словами умер на устах. Погнали, короче. Пригодишься, походу. Походу, чтобы отсюда выйти, обязательно нужно убить тебя. Ну, или какого-то человека. Очень интересная в Спарте механизация придумана, конечно. Ух ты, 6000 же. Это достаточно, чтобы прокачать бичерини. Походу, сейчас нам начнут гораздо больше сфер давать. Бичерини, уровень 2, увеличение урона, увеличение дистанции. Я не помню. Клинки единственное, кажется, что прокачивается на 5, остальное все по 3. То есть здесь, и здесь, и здесь. Нам еще по одной прокачке. А вот здесь еще 2. И, наверное, пожалуй, лучше как раз сначала клинки прокачать. А не основное оружие, как-никак. Ну, все, погнали отсюда. Классно его. В Спарте развлечений, скажу вам, бордели, схватки с раскольниками, львами, в общем, очень-очень так отменно провели время. Горы Лаконии, еще одни горы, но теперь уже поприятнее, конечно, намного, чем те северные. Но диких зверей тут тоже, как видим, полным-полно. Ну... собачка. Ладно, давайте по одному, что ли, вас. Так. Ну, зачем ты кусаешься? Я вам ничего не сделал. Слышу сейф. Но даже не знаю, как-то промежуточно получается. В то же время, фиг знает, когда будет следующий. В то же время с партии провели отрезок, самый такой насыщенный, классный. Так что я, пожалуй, действительно сохранюсь. И продолжим в следующей части. Благодарю вас всех за внимание. У микрофона был Ром Лири. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Всем вам хорошего и до скорых встреч в следующих частях прохождения God of War Ghost of Sparta Призрак Спарты.